вот еще одну информацию я хочу сказать по использованию такого препарата, как Фалькон. В своем видео я рассказывал его свойства, все. Вот. И этот препарат, по заявлению фирмы-изготовителя, предназначен для борьбы с мучнистой росой на зерновых культурах и на винограде противоидиума. Но этот препарат показал очень хорошо себя и на красной смородине. Вот красная смородина. Вот видите? Вот. И видите, она чистая. Она обрабатывалась фальконом вместе с виноградом. Это было в начале мая месяца, где-то 6 мая. Вот, когда на винограде было всего там несколько листиков. Тогда я делал профилактическое опрыскивание фальконом винограда и обработал красную смородину. Ну, она, естественно, будет обрабатываться в любом случае, поскольку рядом расположена. А досаждала меня раньше мучнистая роса именно на красной смородине. И использовал я тогда такой препарат под названием Топаз. Он предназначен против мучнистой росы. И за сезон приходилось сделать порядка 3 обработок. 2 обработки где-то до пару недель до созревания ягод, потому что надо было их убирать. И потом уже после уборки урожая. Причем поражения были довольно сильные. Приходилось частично и вырезать саму смородину. Ягоды поражались мучнистой росой. Вот. Ну вот в этом году одного опрыскивания фалькона было достаточно для того, чтобы красная смородина не болела.